правило звучит следующим образом. Для того, чтобы перейти от разбиения на попарно различные слагаемые к разбиению на нечетные слагаемые, надо делать следующее. Надо любое четное число, которое есть, делить на две равные части. Если они получатся нечетные, то на этом остановиться. А если они четные, то опять на две равные части. И так далее, и так далее. Рассказываю. Здесь вот было 7 плюс 2. Надо взять и написать 7, 1, 1. Здесь было 5 плюс 4. 4 делим на 2 плюс 2. И каждую из этих двоек разлагаем как единицу. Получается вот это. Здесь четверку разлагаем как 4 единицы и двойку как 2 единицы. Видите? Видите. Значит, сейчас 7 плюс 3, 7, 2, 1. Заметьте, ребята, в отличие от вас, когда вы каждый вариант лихорадочно вспоминали, я пытаюсь двигаться систематически. То есть я смотрю на самое большое слагаемое. Дальше 6 плюс 4, 6, 3, 1, дальше 5, 4 и 1, 5, 3, 2. Так, какой еще вариант есть? 4, 3, 2 и 1. 4, 5, 6, 7, 8. Да, 10 вариантов. Отлично. Пожалуйста. По простому нашему правилу. Число делим пополам. Если получился четный ответ, то опять делим пополам. Значит, мое дело написать знаки равенства. Ваше дело мне продиктовать, что писать слева. Пожалуйста, что здесь писать? 10 плюс 5. Нет, не 10. 5 плюс 5. 9 плюс 1 это правильно. 7 плюс 1. Никаких 7. 4 плюс 4 плюс 7 плюс 1. Смотрите, ребята, мы делим восьмерку пополам, потом опять пополам четверку. 10 единиц, совершенно верно. Здесь пойдет просто 10 единиц. 7 плюс 3. Хорошо. Здесь. 7 плюс 1 плюс 1. Конечно, вот эта двойка разобьется на 2 единички. Здесь что произойдет? 3 плюс 3. Правильно. Шестерка превратится в 3 плюс 3, а четверка? 4 единицы. Отлично. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Это что такое? Это 3 плюс 3 плюс 3 плюс 1. Правильно. Шестерка превратится в две тройки и, соответственно, останется так. Здесь что произойдет? Сколько им? 5 единиц. Отлично. Так, здесь что? 5 плюс 1 плюс 1. Правильно. Правильно. Пятерка, тройка и 2 единицы. Так, здесь что будет? 3 плюс 3. Четвертка во что превратится? 3 плюс 1. 3 плюс 7 единиц. Правильно. Конечно. Тройка, а все остальное 4, 2 и 1 превратится в единицы. Их будет действительно 7 штук. Да, отлично, молодцы. Мы с вами решили задачу о каком числе? О 10. О числе? 10. 10.